Всем привет, друзья! С вами как здоровы и добро пожаловать в Бравл Старс! И сегодня я собираюсь поиграть на картах подписчиков! Но вы спросите, как я это сделаю, друзья? Максимально просто! Я знаю, что огромное количество карт, которые вы создаете, попадают в события кандидаты дня. И сегодня здесь одиночное ШД! Это же просто жесть! Но прикол в том, что Бравлера я не буду выбирать, потому что вместо меня Бравлера будет выбирать рулетка, и это еще усложняет, друзья, задачу. Поэтому, ребят, давайте так, прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а мы с вами погнали выбирать бравлера, точнее, выберет рулетка. Первая прокруточка, первый бравлер, за которого я пойду на рандомную карту ШД от подписчиков, это будет, друзья, кто? Кто? Да ладно, это Лего. Это... Нет, это будет Вольт, ребята. Это будет Вольт на рандомной ШД-карте от вас. Кстати, друзья, если ваша карта мне попадается, обязательно пишите об этом в комментариях. Так, мне вот это не понадобится. Возьмем с вами вот эту штуку. Ну, посмотрим, насколько будет странная карта. Потому что я не знаю, что мне сейчас попадется. Это большая открытая карта с огромным количеством ящиков, которые находятся в центре карты. И у меня здесь на фланге же находится Шелли. Интересно, пойдет она? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, ну да, естественно, мастер автоатаки. Мастер автоатаки. Так, тихо-тихо-тихо. А я понял, извините, был не... Так, подожди, смотри. Нани за мной охотится. Не-не-не-не. Я думал, что я сейчас с автоатаки смогу завалить Шелли. Но она была хитрее. Она перестала просто меня атаковать и убежала куда подальше. Ладно, мы с вами практически набрали первый ульт. И посмотрите, я уже в топ-5. Я уже... А, как мне отсюда выйти? Подожди. Как мне отсюда выйти? Эй! Так, значок Wi-Fi мне, пожалуйста, уберите. Пожалуйста, уберите. Так, я пошел обходить. Я пошел... Да вы что, издеваетесь? А я сейчас умру. Я сейчас реально могу умереть. Ай, 3000 хп. 2000 хп. 1000 хп. Капец, я чуть не сдох просто из-за тумана. Вы понимаете, что это за карта? Кто ее придумал? Я в шоке. Я реально, ребята, в шоке. Так, здесь у нас Кольт. А, у него есть 8 банок, и, возможно, мне сейчас будет ГГ. Если у него есть пуля, которая выстрелит и пробьет все, что можно пробить, мне будет очень плохо. Так, смотри, там еще и Байрон. Надеюсь, они не будут тимиться. Хорошо, они не тимятся, ребят. Они не тимятся. Так, смотри, перезарядку включил. Раз, два. Первая карта, первый рандомный бравлер и первая победа топ-1. Да, ребята, конечно, я схитрил, но, ребята, победа есть победа. Победители не судят, ребята, топ-1. Это означает, что сейчас я меняю бравлера, и следующая карта тоже будет другая. Правда, я не знаю, какая. Итак, с Вольтиком нам повезло. Что же будет в этот раз? Какой бравлер меня ожидает в этой рулетке? Опять же, рассказываю, здесь совершенный рандом, и может выпасть все, что угодно, и только не Байрон. Ладно, окей, это будет Дэрил. Итак, значит, у нас с вами Дэрил. Кстати, заметили, Бастер уже появился. Бастер уже появился, и можно даже его испытать. Вы серьезно? Реально можно его испытать. Так, мне нужно найти обязательно Дэрила. Так, подожди, я что-то далеко ушел. Где? Вот он, вот мой хороший. Поехали, все. Берем себе скинчик, мега ящик Дэрил, потому что пока что есть мега ящик Дэрил, скоро будет омега ящик Дэрил, возможно, скоро будет новый ящик. Как я и сказал, омега ящик Бравл Старости. Какая у нас карта? Насколько странная будет... Это что такое? Подожди, меня сейчас будет закидывать Гром. Обращаю внимание, Гром реально будет сейчас меня закидывать. Да. Вот обязательно было делать... Вот обязательно было делать вот так? Вы что, серьезно? А можно я сейчас его просто прибью? Можно я прибью одного и второго? Смотри. Здесь СТУ. СТУ пытается меня вычислить, да? Смотри. А я же дождусь. Смотри, хитро. О, здесь еще и коктейль. Так, я понял. И я пошел в кусты. Ребята, сегодня я буду кустарником. Извините, прощайте. Мы с вами посидим немножко в кустиках. О, смотри, еще один Дэрил. У него тоже одна баночка. Он идет сюда. Смотри, он не знает, что здесь его ждет маленький, вкусненький сюрприз. А, он ушел. Так, погоди. Смотри, СТУшечка на центре. Но с СТУ я не смогу сражаться, потому что он сможет от меня укатиться. А вот, о, пацаны, вот это мне нужно. Я могу забайтить.
Я могу забайтить на коктейль кого-то. Смотри, я реально могу кого-то забайтить на коктейль. Давайте байтить, ребята. Давайте просто стоим и байтим. У меня есть ускорение вкус. Блин, вот это жесть. Вот это сейчас прилетит сюда метеорит. Не очень хорошо сюда прилетел метеорит. СТУ, интересно, видел меня здесь или нет? Если он меня здесь видел, у меня сейчас будет ГГ. 6 бойцов, ребята, я просто кустарный пацан. Ну а что делать, ребята? Победа есть победа. Смотри. Он пойдет за... Никто не хочет забирать коктейль. Вообще никто не хочет забирать коктейль. Так, смотри. Мортис идет за коктейлем. Привет, дружище. Так, подожди. Давай перекатимся. Опа, дай баночки. Здорово. Эй, тибица нехорошо. Так, подожди, я понял. Ой, там Дэрил под коктейлем. Дэрил, докатываемся. Да блин, надо было замедление дать. Все, я сижу, золотая Шелли. Под коктейлем, ребят. Так, давай, дружище. Давай. На джампер лети. Так, давай. Да боже мой, давай, катись. Я хочу топ-2, хотя бы нет. Ну мне еще интернет, какой нафиг. Ну, ребята, топ-2 это победа. То есть, если бы я играл на кубке. Кстати, смотри, квестика сколько выполняется. Поставлю лайк этой карте. Получается, две катки, две мы затащили. Ну, получается, нужно брать нового бравлера. Крутись, рулеточка, вертись. Бравлера легендарного мне навались. Ну, или как-то так я хотел сказать. В общем, ребят, жду Легу. Ну, или хотя бы Хромика. Ну, или хотя бы Эдгара. Ну, или, ну-ка, не генерал Гавса. Нет, пожалуйста, не генерал Гавс. Ну, его я точно не хотел получать. Ну, ребят, я, опять же, я не выбирал. Возьмем с вами шерифчика. Вот такого красивого. Посмотрим, что за карта нас ожидает. Новая карта. И я, опять же, вот сейчас я очень сильно не уверен, что я возьму хотя бы топ-4. Я не уверен, что я вообще... мой бог, ребята, ну мне ГГ. Мне явно здесь ГГ. У меня еще и... Ой-ой-ой. О, я вот сюда на телепорт. О, извините, можно здесь постоять? О, смотри, я могу вот сюда полететь. Так, смотри, там у нас есть... Эй! Я топ-1 занял, ребята! Что происходит? Вы видали? Это просто какая-то жесть. Лайк карте поставлю. Я реально... Просто на халяву взял топ-1, ребята. Чья из вас была эта карта? Ну-ка, признавайтесь в комментариях срочно. В принципе, ребят, генерал Гавс был не так уж и плох. Я просто на халяву забрал топ-1, ребят. Давайте, кто мне сейчас выпадает? Пофигу кто. Давайте Сэм. А можно мне Еву и карту полностью с водой? Вот это будет имба. Ребята, мы на Еве пошли. Где наша блошечка? Где на... Здравствуйте. Кстати, я вот не знаю, что перезарядка... Да, перезарядку нужно брать. Давайте себе скорость бега для кустов. Хотя нет, для кустов. Давайте, что? О, я знаю, что... Ребята, я знаю, что нужно купить. Еве нужно вот эту штуку купить. Будем вот так гонять. Будем вот так. С перезарядкой и с атакой. Я думаю, что нормально. Скин у нас такой остается. Поехали. Рандомная карта. Рандомная Ева. Рандомный ШД. Одиночечка. Одиночечка ШД на картах подписчиков. Реально, сейчас будет мясо, ребята. Готовьтесь. Это будет имба. Мне главное, чтобы была карта вон. А где вода на этой карте? Вы мне скажите, пожалуйста. И мне интересно. А мне можно как-то... Можно мне как... О, смотри. Так, тихо. Хорошо, минус один. Так, подожди, дружище. Давай, до свидания. Я вот здесь посижу. Я вот здесь немножко отхилюсь. Я понимаю, что у вас там свои какие-то зарубы. Но, кстати, отсюда выйти невозможно. Отсюда только есть один путь. Есть вот этот путь. Так, там у нас воробей бегает. Меня опять почему-то лагает. О, здесь Эдгар. Привет, Эдгар. Ну, Эдгара мы заберем. Я чуть не сдох, кстати, 190 хп. Вы что, издеваетесь? Эй, тихо. Братишечка, давай. Три бойца. Там еще Вольт у нас бегает. Давай, дружище. Давай, вот так вот. Неплохо. А он, может, АФК станет? О, неплохо, его подтравило. Давай, вот, уходи. Да. Вы же знаете, ребят, я не тимлюсь. Да я, в принципе, тимеров я не сильно люблю. Я их, в принципе, ненавижу. Так, у меня очень мало хп. А я не сдохну? Я сдох. Я сдох от отрада, вы серьезно? Так почему так лагает? Не лагай, пожалуйста. Давай, пожалуйста, ни Фрэнка, ни Дэрила. Нет, Дэрила можно. Дайте Эдгара и Легу. Жесткую, сочную, вкусную. Нет, Леги не будет. Пенни? Пожалуйста, Пенни, дай Пенни. Нет, Вольт второй раз. Да ладно, вот это везушка, ребята.
Первая катка на вольт, и сейчас снова вольт. Ну, это вольтик судьба. Давай, пошли, мой хороший. Обожаю играть за вольта. Кстати, не факт, что я выиграю, скорее всего, проиграю. Но, если что, вы держите за меня кулачки. Серьезно, держите за меня кулачки. Надеюсь, мы не все вместе здесь. Хорошо. А теперь, Эдгары, нападайте на меня, пожалуйста. Вот прямо сейчас, давайте, прыгайте, нападайте. Я буквально 2000 делаю, там все, все по кайфу. Так, дойти до центра как можно быстрее. Так, давай. А, нет, Эдгар, я пошутил. Я пошутил, дружище. Я пошутил. А почему? А почему здесь только одни Эдгары? Я же нажимал на ульт! Ах ты ж дизлайкер гребаный. Кстати, у меня тоже есть дизлайк, но я им не пользуюсь, ребят. Попец. Почему одни Эдгары на этих картах вообще, кроме Эдгаров, кто-то играет? Я правда, у меня просто залипла кнопка. Ну, на айпаде, правда, но все равно залипла. Не обращайте внимания. Ну, бывает такое, знаете, залагало малесенько. У вас такое бывает? Вот я нажимал. Это все пинг, это все глюки, это все лаги. Я не виноват, это все лаги. Стоять! Смотри, зайти в телепорт к нему. Зайти, рискнем. Нет, я... Не... А где я окажусь? Давайте просто на удачу. О, я здесь оказался, привет. Ха-ха! Смотри, Бульчик, кстати, Буже может набить себе ульт, и мы потом просто от него пострадаем, правильно? Ну, теоретически, да. Давай, я могу, в принципе, помочь тебе. Так. А почему ульта не на... Почему меня так лагает, алло? Я не знаю. Лайк карте, карта хорошая. Ну, у меня просто... Это все лайк... Ребята, вот смотрите, когда я побеждаю, я красавчик. Когда я проиграл, это значит, были лайк... Согласны? Вот у вас тоже лагает так же, как и у меня. Смотри, просто не грузится карт. Я Бравл Старс перезапустил. Надеюсь, лаги теперь исчезли. Так, значка Wi-Fi уже нет. Это хорошо. Это хороший знак. Знак, если вас не лагает, это у вас нет значка Wi-Fi. Кто сейчас на меня нападет? Так, подожди. Они же сейчас все пойдут в мид. О-о-о-о, попали. Хорошо. А, здесь максимально быстрый набор ульты. Я понял. Так. Ой-ой-ой. Где он? Уходим. Так, мне нужно быстро набить ульту. То есть два удара, ульта набита, правильно? Там у нас бегает Эдгар. Третье место, ребята. Я должен просто троп один брать. Все. Хоп. Хорошо. А, кстати, видели, банка исчезла. То есть я его убил, а банка исчезла. А почему? Да потому что где-то здесь сидит Криса. Криса Эдгар, которая бегает здесь. Но у меня есть ульта, ребята. Я делаю выстрел, сразу делаю... Ульт, и потом дальше. Так, где он? А, во, смотри, бегает здесь. Я сейчас тебя найду. Конечно, такая себе идея бороться с Эдгаром в упор. Не лучшая, наверное, все-таки затея. Но, ребят, поверьте, это того стоит. Я хочу топ-1 на вольтике. Давай. Где он залез? Я же говорил, что я его вычислю. Все, просто лучше всех. Топ-1, ребят, за это нужно 100% ставить лайк, как я этой карте. По-любому, какая-то из ваших карт мне сегодня попалась. На этом закругляюсь. Если вам нравится эта рубрика, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся, всем покедово.